Здесь собрались те, кто хочет погрузиться в мир моды и отдохнуть душой и телом. Фэшн-мероприятие такого масштаба в городе проходит, пожалуй, впервые. На стилизованном показе «Навстречу лету» слобожане увидели новые коллекции модной одежды и аксессуаров, показ модных причесок, творческие номера. Сегодняшнее мероприятие – это мероприятие о стиле, красоте, моде, о женщине. Подобное мероприятие мы проводим первый раз. Для нас это в новинку, так скажем. Но идея витала, так сказать, в облаках очень давно. Первое наше мероприятие, которое мы провели, это вот такой же стилизованный показ, но локально, в одном магазине. И это вот нас вдохновило на более, так сказать, более большой масштаб. Марина Мерзлякова и Анна Рябова в модном показе участвуют в первый раз. Около года девушки занимаются в модельной студии. Чем вы занимаетесь в студии? Мы работаем над осанкой, над пластикой тела. Вообще делаем физические упражнения. Также мы работаем над походкой и делаем разные выходы, с которыми выступаем. Мы выступаем номер «Школа», под названием «Школа», и «Спортивный выход». Для Светланы Кайсиной выступать в роли модели – дело привычное. В стилизованных показах она уже участвовала. Что вы будете сегодня показывать? Мои фотографии, мой образ, фотография. Что вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Ой, я жду удовольствия, ощущения эйфории, я не знаю. Ну, радость. Ну, наконец-то город оживился, потому что после пандемии вот это все, серость, будни, это уже... Устали мы от этого. Хочется праздника, веселья. Поэтому я жду праздника. Организаторы модного шоу-показа надеются, гости получили заряд вдохновения и положительных эмоций.